У вас действительно много поклонников в России, людей, которые слушают вашу музыку. А у вас есть русские друзья, люди, с которыми вы общаетесь? Да, в Италии сейчас очень много русских. У меня много русских друзей в Италии. Вы имеете в виду русских, которые постоянно живут в Италии? Да, и они очень часто заходят ко мне в магазин. У моей сестры Лючии есть свой магазин. Целая кулинарная мастерская, где мы изготавливаем сладости. Пирожные, торты, мороженое. Это целая мини-фабрика на две квартиры. В нашей компании работает минимум 20 человек. Мои племянники и племянницы, муж моей сестры. И иногда, когда у меня есть время, я тоже прихожу туда, помогаю сестре, и мне это очень нравится. Вы любите сладкое? Посмотрите на меня, ответьте сами. Да, и не только поэтому, я еще очень люблю готовить, я эксперт в кулинарии, это мое хобби. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. «Правда-24» и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19:30 на телеканале «Москва-24».